Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня мы будем строить теплицу Легенда 3х6 под стекло. Пока приехали, разгрузились. Такая будет дверь стоять. Такой красивый фундамент у нас тут уже готов. Сейчас начнем это все дело собирать. Каркас мы установили, закрепили его, выставили, поставили отлив. Подготовка сейчас идет к остеклению. Первым будет стены, потом крыша, затем торцы. Накручен торцевой стыковочный профиль с тем база-крышкой, который будет держать стекла. У нас каркас стоит, покрыт уже стеклом. Практически не видно стекла. Осталось нам сейчас застеклить торцы и сделать форсунный блок. У нас закончился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня легенду 3х6 под стекло. Абсолютно вся стеклянная, даже торцы нынче у нас стеклянные. Модная дверь стоит из алюминиевого профиля. По низу отливы сделаны из уголка. Каркас сделан из профильной трубы 40х40. Арки сверху с усилителями. Также есть диагональные усилители для большей устойчивости. Покраска конструкции полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Второй торец у нас глухой, тоже стеклянный. Стекло держится на профилях, система база крышка. Стоит это все чудо на деревянном основании. Это брус 200х200, закрепленный бетоном фундаментом. Сверху у нас имеет разборочную блока, оснащенная не термоприводами. Вот такая супер-пупер. Вид с другой стороны, со стороны глухого торца. Все красиво, все супер. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!